крихтуем стоя. Вот так, чуть-чуть. Угу. Тут все хорошо. Висим. Левую коленку вверх. Не знаю, на видео, наверное, просто не слышно, но ты подтвердишь, да? Правую коленку вверх. И в танце. Включайте танго, господа. Вперед. Ага, теперь выпрямляем голову и расслабились. Руки в замок. Здесь на шее, да. Подбородком касаясь ключицы. И сворачиваясь вот так по одному позвонку. Вниз, 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 вниз. Все, стоп. Не расцепляй только руки ни в коем случае. Выдох. Пресс не держим. Расслабились. Чуть могут потянуться мышцы вот тут, но ничего страшного. Поднялись. Назад. Выпрямилась, выпрямилась. Два шага вперед. Дыши спокойно, дыши. Расслаблены бедра, руки. Пола нет, пол не жди. Один раз и выдох. Все. Смотри в камеру, как состояние. Ой, это вообще космос. Да, как не падай. Я прям, у меня такое ощущение, как будто я 3 килограмма вешу, и такое чувство очень невесомое. Ну, вообще это отлично. Обалденно, это вообще невероятное ощущение. Я чувствую, у тебя еще энергетика пошла. Да. Вверх, да? Прям. Где вот, да. Прям, ну, по поводу энергетики это отдельный вопрос, другое занятие. У меня такой прилив и силы, и расслабление одновременно, и прям, не знаю, вот это настоящий кайф. Как Сейчас. Будто я вся разблокировалась. Вот прям вот вся, и внешняя, и внутренняя. Да, правильное слово, разблокировалось, да. Это коллекция всего... Все дышит прям. Всего костно-связочного аппарата. Позвонки встали на место. Энергетические блоки тоже ушли. Чакры также работают, все сейчас движется. Тебе надо сейчас в тепло посидеть, отдохнуть. Если что, вот садись, чай налью. Спасибо. Мы с вами не прощаемся, с вами будет Олег Алав-Гудвин. Обращайтесь, если что.